Обзор газонокосилки самоходной Хаммер КМТ-145СТ, новая версия. Сейчас ее собираем. Ручка. Значит, куплена была за 25, масло было за 499, и нож дополнительный стоит 1300 рублей. Вот такая у нас есть поляна. Вот. И мы сейчас здесь. Работники здесь. Да, работник тут есть замечательный, который уже не один раз работал с такой техникой хаммеровской. Сейчас будем это все тестировать. Вот купили вот такое масло. Вот такое масло Хаммер. Масло моторное, полусинтетическое. Здесь травосборник. Травосборник на 65. Вот это большая коробка. Значит, вот крепится здесь крепление. И с той стороны ручка должна быть изогнута наверх. Вот так. Надеюсь, техника прослужит долго, не подведет. Ты только это сделал, да, собрал пока? Вот это. А здесь еще что-нибудь делал? С этой частью. Нет. Ага, это так комплектировало, да? Отлично. Сейчас будем ее обкатывать. Обкатка. Обкатка называется, да. Вот, здесь такое крепление специально для проводов этих всех. Вот. Что? Крепление. Это, короче. Что ты сломал? Да он был сломанный. Что ты сломал? Это сразу. Работник сломал. Так, вот это подняли. И сюда закрепили. Сейчас. Они еще вот два тросика, да, вместе поставили. А тросики сейчас куда? Короче. А тросики для чего у нас? Это сюда. Сейчас опять что-нибудь сломаешь. Я? Да. Зачем? Так думают. Угу. Зачем все время о плохом думать? А имеет значение, куда какой тросик? Конечно. Так, значит, вот этот тросик, который у нас идет вот отсюда, мы вот сюда крепим. А вот этот тросик, который идет оттуда, отсюда, крепим вот сюда, к ручке ближе. Что сейчас делать? Сейчас на масло надо залить, да? Да, сколько было там написано? Ну, открывая инструкцию, читаем. Нас Советский Союз научил читать. Точно? Точно. Давай читать. Уважаемый покупатель. Да. Благодарим вас за приобретение газонокосилки. Полностью читать надо или когда? Как читай полностью. Вот ты что ж? Объем топлива бака. Объем бака для масла 0,45. Это если у тебя какой? 145. Если у тебя 40, да? Что, да, значит, у меня 0,5 масло. Да, 0,5. Нам, короче, это. Угу. Поэтому 0,6, да, берем, да? 0,5 берем, да? Ручную, ширинацкую. Давай эту инструкцию читай. Все, что ли? Что все? Читай, запуск. Что запуск? Не знаем, что ли? Запуск, вверх, назад. Для чего инструкция прилагается? Это мега инструмент. Короче, возьми. Ну, дорогие. Короче, стоит. Все очень своевременно. Подожди, надо прочитать все. Ты поканали лайм-масло. Эксплуатация. Внимание! Запуск двигателя. Перед запуском двигателя проверьте свечу зажигания. Убедитесь, что в картере есть масло, а в бензобаке бензин. У нас сейчас ничего пока нет, мы сейчас будем заливать. В связи с тем, что на рабочей поверхности двигателя нанесено защитное покрытие, при первоначальном использовании газонокосилки двигатель может немного дымить. Это нормально. Написано в инструкции.
Перед запуском двигателя несколько раз нажмите на праймер. Это насос предварительной подкачки топлива на карбюраторе. Это где? Это где-то вот здесь помпочка такая, да? Праймер. У тебя нет. Как нету? А, это вышло. А где у меня? Там. Обычно это не требуется. Написано. Не требуется. А, ну зачем мы написали? Ладно. Заполните топливный бак до нижнего деления на горлышке. Не переполняйте. Используйте свежий, чистый, неэтилированный бензин с минимальным октановым числом 92. Не смешивайте топливо с маслом. При покупке топлива исходите из того, что оно должно быть использовано в течение 30 дней. Такое? Да давай воронка, я... нет? Воронку надо дать сейчас. Обязательно, желательно, рекомендовано иметь воронку. Иначе придется вот так. Нет, она заполнится сразу. Не было бы ни капли. Просто ни капли? Она полная сразу пошла. Как-то туда воздух не попал. Поняла? Поняла. Это нормально. Нормально. У меня съемка. У тебя съемка? Да. Это нормально. Съемка. Так, сюда залили. Теперь бензин. У меня съемка. У нее съемка. У нее всегда съемка. С телефоном мы родились. С телефоном умираем. Бензин под елкой. Где? Под елочкой. Какой? Костюшиной. Костюшкиной. Сейчас протестируем все. Сейчас все быстренько протестируем. Обязательно надо иметь нож, чтобы воронка делать и головой думать. Я знаю про нож. Да? Да. Я уже думала про эту воронку. Серьезно? Да, главное, чтобы там она была без водички. И без елочки. Без елочки. Нет? Так. Мороз, мороз. Держишь или снимаешь? Сначала держи, потом снимай. Что там? Сколько там? 5 литров туда уйдет? Почему 5? Написано 800, да, всего, да? Ну. 92 бензин. Да, я купила, это же 10 литров у меня. Все? Все. Хватит? Ну она полная, хватит. Ага, да. Вон она полная тут. Все, хорошо. Подожди, я сейчас выйду. Что ты? Хочешь сразу эту, давай оденем тебе. А? Зачем ты это снимаешь? Да чтобы трава как-то. Давай инструкцию почитаем. Нет, там это все зашелковывается. Вот она. Угу. Нужно снять, да? Угу. И в пазы туда вставить, да? Да, посмотрим. Вот ну-ка. Ну, они пластмассовые, надо осторожно быть вот эти. Осторожно? Сломается. Угу. Может, я не думаю, что у Хаммера так все а? Хлипко. Все-таки Хаммер. Ладно. Два, запуск. Три. Три раза. Нажать на праймер. Это праймер называется. Вот это праймер. Ага. Дальше. Что ты делаешь дальше? Это держит.
дальше, а?